Ну что, друзья, приплыли мы в Никарагуа, а там что-то штормило, и, в общем, все экскурсии поотменяли, в общем, не стали пришвартовываться, ничего, и пошли дальше. Так как-то вот неспешненько так идет кораблик наш, неспешно, обычно он так быстрее движется. Давайте я вам водичку покажу. Так что вот, мы, правда, и не собирались ни на какую экскурсию, честно сказать, потому что нам... Как бы люди, которые знающие, сказали, что там совершенно нечего делать. Ну, то есть там есть продолжительные экскурсии там на озеро Никарагуа, там в джунгли, там где природа интересная. Ну, в общем, с пляжами тут плохо, из-за вулкана там все черное, не очень экологически такое благополучное. Ну, в общем, так вот с Никарагуа у нас поцелуй без любви получился. Вот, друзья, сидим мы со Светланой тут за столиком. У нас лэптоп. На лэптопе открыт файл с книжкой нашего диетолога Алексея Реснянского. Мы ее читаем так не спеша, вникаем в систему и так вот проводим день. Вот пришли мы со Светланой перекусить. В буфет я себе тут набрал скромненько так поклевать. И... Сидим вот так у окошечка, смотрим на океан. Океан сегодня просто как-то, ну, с ума сойти. Вот какое-то волнение качает, болтает. Ну, немножко так, не безумно. И очень-очень красиво. Да, друзья, вы можете подумать, что дождик на улице тропический. Это не так. Там ветер очень сильный. Закупорены все двери. Вот видите, вот таблички, в смысле, ленточку повесили. Стюарды прошлись по номерам, закрыли все балконные двери. Мы не можем выйти на балкон, никто не может выйти сейчас на улицу. А то, что мокрое все, это от волн, друзья.